Меня зовут Баклушна Мария, и в этом учебном году я поступила в частную британскую бординг-школу Haileybury School. Первый раз я заинтересовалась обучением в Англии в 2019 году, когда я отправилась в летнюю школу тоже в Англии на 3 недели. И несмотря на такой короткий период времени, я очень прониклась атмосферой обучения там, даже несмотря на то, что это был просто лагерь. Мы обратились в iClass в сентябре 2021 года с просьбой подобрать лучшие IB-школы в Англии. И мне предоставили список, из которого я выбрала 4 приоритетных школы, куда я хочу поступать. В них входили Charterhouse School, Wellington College, Haileybury School и Sevenoaks School. В мае 2022 года я сдала свой первый экзамен для поступления. Это был экзамен UKSET. Он состоит из нескольких частей. Части с английским языком, математикой, verbal и non-verbal reasoning. А после того, как мы подали документы в школы, они прислали свои локальные экзамены. Обычно их было 4. Математика, английский и 2 экзамена на выбор. Также в 3 из 4 школ я прошла на этап интервью. И уже в декабре 2022 года мне пришло приглашение от моей приоритетной школы Haileybury School.